Wallin, that's the one right here. Люди, здравствуйте! Мы находимся на StreetBeat TV. Это ваше любимое шоу «Слушай отсюда», где мы, непрофессиональные музыканты, обсуждаем профессиональных музыкантов и музыку, которую они написали. Ура! Мы начинаем! Поехали! Наверное, такое начало будет обидно одному из нас. Почему? Не, нормально. Мы, как непрофессиональные музыканты и гость. Непрофессиональные музыканты и гость. И сегодня наш гость Бася. В принципе, как и всегда. Саша ваш, вот и он. Я. Здравствуйте. Все в шортах сегодня, кроме меня. У меня сегодня будет более низкий голос, чем обычно. Это связано с тем, что я не выспался, или я мне всегда... Круто. Но это приятный тембр голоса. Спасибо. Да, я могу зачитать. Я глаза закрыл. И прикинь, во сне. Подготовился к Артему. Я готовился к Артему. Звучит неоднозначно, но спасибо. Валера Артюхов, вот он. Я буду вот так говорить, я очень выспался. Для баланса. Я лег и специально 8 часов поспал. Это же голос маффина любого, если бы у маффина был голос. Шоколадный маффин, да. Валера Артюхов. Не ешьте меня. Класс, сладкий выпуск получается, потому что Бася с нами. Как всегда. Какая ужасная ложь. Бася тоже сильно не выспался. Да? Есть. Холодно, да, что-то? Илья Шалашов, наш ведущий. Спасибо. Илья Шалашов. Это я, Артем Кит, с нами, у нас в гостях. Привет. Сегодня. Супер. Артем сказал, ты не смотрел ничего, ничего. Но я поэтому тебе расскажу, как у нас тут все строится. Вот мы все собрались. Начинаем запись. Обсуждаем мы мелодии, музыки, различные песни. Вначале мы будем обсуждать новинки. Что вы болтаете опять? Она просто повернулась ко мне и сказала: КВН. А мы начинаем КВН. Не КВН, а КИД. КИД. Неправильно. Да, повнимательнее, пожалуйста. Ой, извините. Мы здесь обычно очень... Она думала, тебя зовут Артем КВН. ВКонтакте, знаешь, записали, когда... Мы внимательно здесь следим за всеми диалогами, которые строятся, и обсуждаем музыку. Мы начинаем, как всегда, с новинок, вот, а дальше уже будем задавать вопросы друг другу, отвечать. Да. Мы здесь вначале слушаем новинки. Ну, наверняка ты тоже принес какую-то новинку. Да, новинку принес вам свою. О, я люблю свою музыку. Это не часто у нас такое происходит, что артист приносит свою музыку. Понимаю, да. Но в это время, кстати, чаще. Ты начал любить себя? Да, ну вот, 31 мая у меня вышел новый релиз, называется «Кома». Артем Кит, «Кома». Выпустил сразу и трек, и клип. Так, хорошо. Ты хочешь что-то рассказать про этот трек, или мы поговорим про него после того, как послушаем? Да как кайф. Что тут рассказывать? Я вообще не люблю вот эту историю. Знаешь, что имел в виду автор, когда писал эту песню? Мне кажется, в целом музыка создана для того, чтобы ее каждый воспринимал так, как ему хочется. Да. И есть такая фраза, когда человек выпускает произведение, оно ему уже не принадлежит. Вот я, собственно... А, типа, ты его отпускаешь? Ну, типа, ты родил детище, оно пошло. Оно становится... Достоянием республики. Как минимум, да. Как сказали бы на ОРТ. Ты знаешь, что мы потом решаем, добавлять трек в плейлист или нет? Нет? Нет. Мы все потом будем голосовать. Вот у нас тут 5 человек, специально нечетное число. Угу. Чтобы мы было там 3-2 или 5-0, 4-1. Ну, я надеюсь, вам понравится. Посмотрим сейчас. Давайте послушаем и обсудим потом. Прилетает в голову, как это лимон. Я меняю город, ты меняешь комнату. Дай мне попа, снова не сгорит дотла. О, нет, она умерла в конце. Кто? Получается так. Она, которая меняет комнаты. А. Ты она же в коме лежала. Это кома, да. Слушала? Слушала. Ну тогда я давай с тебя и начнем. Как он называется? Вова. Правильно, Вова, да, трек называется Вова. Дай мне Вова. Там так и было, пелось. Дай мне Вова? Да, что он не... Да, женщина в коме поет. Девушка упрашивает секс, верно? Находясь в коме. Бася так поняла трек. Ну, трек принадлежит теперь тебе. Можно что ты хотел сказать? Как Сифа, теперь это твой. Бася, ну что, лови.
Что? Вася, ну тебе первый тогда слово, раз мы раскрыли твою суть. Блин, я честно вернулся в 2007 как будто. Ты вернулся в 2007. Да, это эм-рок, да, по сути? Ну, это такой поп-рок, да. Это типа Lil Peep? Типа Fall Out Boy? Что-то среднее между, типа, если по жанру. Паника за Ну что, накинулись-то сразу, закидали. Good Charlotte? А на что ты свою хочешь назвать? Lil Peep? Или там пип побольше? Как сказал глаголка. Ну что? Бась, ну какое-то давай это мнение, аргументы, вердикт. Все через запятую. Это все синонимы. Начни говорить. Открой рот. Кстати, я давно такое не слушала. Как давно? С 2007-го? Да. Ты сказал, меня окунуло в 2007-го. Ты же скейтер, Бась. Да. Ты могла бы на скейте кататься? Почему все думают, что скейтер слушает какой-то панк-рок? Вот мне так интересно. Как легко завести вот Басю? Как? Потому что в клипах панк-рокеров всегда были скейтеры. Потому что все нарезки с БМ Маджеро под панк-рок. БМ Маджеро? Это не все скейтбордисты. Но зачем вы об этом спорите? Валера говорит про сложившийся стереотип. А, все, ладно. Все. Я думаю. Я еще думаю. Тебе нужно время подумать? Да. Хорошо. Ну давайте пообсуждаем, если кто-то готов высказать какое-то мнение. Валера, Саша. Я готов. Вы давай, знаете, Саша. Меня все, мы, ну, Тёма меня первый раз видит, но все ребята знают, что как только включается бас-гитара, вот это я все, я сразу удаляю это. Я такое не могу вообще. Мне кажется, он путает бас-гитару и какую-то другую гитару. Слушай, не знаю. Бас же присутствует во всех треках. Ну, значит, это я называю так, не то. Значит, он неправильно говорит. Это же самый ленивый, да? Вы про это не профессиональные музыканты. Электрогитара, все, понял. Потому что бас-гитара, это же вот этот, который самый ленивый. Это типа пальчики. Да, все правильно. Цикалов, прожитый Пэрисхилтон, на бас-гитаре играл. Смешно ты. Рейв-гитара. Показал Цикалова так. Вот, мне понравилось за то, как сделаны резко переходы от лирики, вот этой, от акустики. От акустической гитары раз, да, к твоей нелюбимой гитаре. К моей нелюбимой. Поэт прикольно Круто. Сделано. Слышал. Я такого не слушал. Ну, ну не вот и если раньше. Взвесить все вот эти приколы и неприколы. Если бы честным себе бы я в плейлист не добавил, соответственно, в наш бы я тоже не добавил. Я проголосую против, но Первый. Не против тебя, Тёма, а против вот конкретно гитары. Я голосую против, я найду тебя, сука. Смотри, не, прикинь, ты мне столько треков испортила. Не, прикинь, я проголосую за трек, но против тебя. Как человек. А можно я обращусь к этому саунд-продюсеру этого трека сейчас? Да. Это Леха, Crys Music. Сумасшедший гитарист. Лех, ну ты понимаешь, да? Лех. Он не шарит. Лех, просто, он просто не шарит. Мое, да, просто не мое. Но он также меня просто взял. Похоже на Machine Gun Kelly. Я только хотел сказать, да, я, наверное, я вообще абсолютно могу. Значит, это к Валере вот туда. Могу проголосовать за, потому что... Кавалерия. На всякий случай проговариваю то, что мы даже обсуждаем, почему-то иногда артисты воспринимают некоторые какие-то сравнения почему-то плохо, хотя мы сравним просто стилистически, это плюс. То есть, если мне сравнить с кем-то хорошим комиком, скажут, класс. То есть, я просто люблю Machine Gun Kelly, ну, то есть, понятно, Поддержу. Сейчас он там как раз опять, да, практически в рок ушел, там, хотя тоже вот они с Trippie Redd сделали альбом, вот, какой-то трек приносил как раз. Ну, я такое люблю. И мне кажется, что так как все циклично, сейчас в целом на это будет больше запрос. Ну, то есть, грубо говоря, это, мне кажется, точно правильно, что ты в эту сторону пошел, то есть, относительно даже, грубо говоря, там, хип-хоповый классический тоже сейчас, да, уже, ну, временно подуходит в каком-то виде. Поэтому, ну, типа, вообще... После высказывания Валеры ты хочешь к кому-то обратиться тоже? А, не, я хочу сказать, что почему вообще в целом этот жанр музыки выбрал, потому что я из поп-коллектива, да. Из M-Band, и это было направление поп-музыки, это продюсерское решение. И очень долго в сольной карьере я сам ограничивал себя вот этими рамками, как о тебе подумать. То есть, когда у тебя mm-hmm. есть какой-то некий бэкграунд... Уже некое сложившееся амплуа. Ты амплуа. Все равно, да, за него держишься, и потом из него вырваться очень сложно. И вот буквально с начала этого года я начал делать такую музыку, тоже это был эксперимент, и я понял, что мне такую музыку Кайфово. Намного легче, кайфовее писать, да, то есть не было задачи попасть в кого-то конкретно, была задача просто сделать то, что мне нравится, и наконец-то получил. Е-бой! Респект, да. Респект. Спасибо. Теперь кольцо не на пальчик, а на сосок кольцо, потому что это рок. Придавить. Так, Бась, тебе хватило времени? Короче, я думаю, да. Космос-тар. Ты думаешь, да. Угу. Как ты вот к этому пришла? То есть смотри, я тебя спрашиваю, ты Хорош. Говоришь, мне надо время подумать, сейчас ты подумала, и ты говоришь, да. Камеры для чего стоят? Звук зачем повесили? А он, знаешь, что типа, давай, скажи, ну скажи. Так правильно. А что это он меня заставляет говорить? А я хочу молчать. У нас разговорное шоу. У тебя внутри такой мир богатый, искренний, конечно, настоящий. Вот, дай его людям, покажи. А, нет, это показалось.
Бась, как кайф, я вообще не настаиваю. Бас-гитара. Есть что сказать, скажи, нет, нет. Типа, я что-то, знаете, поностальгировал по 2007 году и послушал потом Валеру, что все циклично. И что рэп задолбал, и я такая, ну, в целом, да. Нашла подтверждение. Не совсем прям это я говорил. Рэп задолбал. Не было фразы «рэп задолбал», но... Ну, как бы, да. Нет, а что, ну, пускай. Пускай будет у нас в плейлисте. Я не удивлюсь, если выяснишь, что Баси — это 3 миньона, которые друг на друге стоят. И иногда это выскакивает, когда просто слышите, так... Просто смеется, да. Ой, как потрясающе. Супер. Короче, ты Лойс? Да. Ну, вы, соответственно, Лойсы. Я... Добавлю тоже. Давай. Мне... Нет, в смысле, я добавлю, типа, лайк ставлю. Спасибо. Вот. Да, спасибо. Я вообще не часто слушаю такую музыку, но иногда так вот ракешника хочется. Угу. И у меня вот другое абсолютно отношение, нежели у Саши. То есть вот электрогитары. То есть если ты, как бы, вот есть Guitar Hero, ты анти-hero. Анти-Guitar Hero, да. Вот, мне наоборот, вот я такой, так, когда вот заиграла, там же в начале и в конце акустика, да. И вот она заиграла, такой, это всегда интрига. Mm-hmm. Всегда, когда начинается акустическая гитара, всегда ты думаешь, что там будет таиться? Возврат обратно к гитаре. Да. К рифовой. Музыка строится же по таким... Нет, ну по-разному же бывает. Ну, короче. И мне, наоборот, очень понравилось, когда вот оно пошло, ты такой, это всегда сразу... Вот ты сидишь, и твое тело, когда... И ты погнал вместе с ним. Ну, иногда хочется. Поэтому меня это как-то... Возбудило. Возбудило. Взбудоражило немного. Я это приветствую. Что, ехала тогда? Итого. У нас получается 1 минус от Сашки. Итого 4-1. Трек взяли. Поздравляю, кайф, ребята. Спасибо. Так, хорошо, давайте, у меня есть предложение, что если мы прямо сейчас узнаем, что же нам принесла Бася? Давай, давай. Аллилуйя, давай, наконец-то, я так давно ждала долго этого. И уснула в конце фразы. Итак, новинка Beatles, аллилуйя, вот так, да? Слюнями просто за форшмачем. Энергии хватило на пол предложения. Ура, как же это уже... Теория поменяла, когда моргаешь, тебе немножко за 30... Я говорю, у Баси ложный бодряк идет. Вы знаете, что такое ложный бодряк? Когда ты не спал, очень мало спал, да. И потом у тебя вот так, ну это примерно 14 минут дальше. Бась, давай на бодряке, быстрее. Все, врубаем. Это Кендрик Ламар стал? Нет, это Фредо Гейн, Андерсон Пак и Чика. Какая-то Чика. Просто Чика. Places to be трек называется, новиночка. Просто девка. Когда она в клубе чего не танцует. А может меня тоже вписать там, типа я тоже. Андерсон Пак же вообще сумасшедший, знаешь его? Нет. Мультиинструменталист. Андерсон Пак. Андерсон. Пак. Пак. Пробел. Пак. Пак. А почему он сумасшедший? Ну, в смысле, как музыкант, крутой очень. Он пьет молоко из тетрапака. Круто. Короче, что хочу сказать. Я вам постоянно приношу какую-то электронику, которую вы всегда засираете. Она для вас слишком тяжелая какая-то. Ты обобщаешь. Слишком электронная, там они говорят, слишком много пилы, какой-то, ну, короче, какие-то такие темы. Да, вот, я сразу поняла, когда вот это... Ну, это музыка для вармапчика. Прокомментирует. Нет, вот этот, мне кажется, трек офигенный, он прям типа чисто летний, для таких, как вы, ну, те, которые не разбираются в электронике. Ага, можно я скажу? Вот как раз ты идеально, первым, можно? Да, ты идеально, да, да, переходим к Валерии. Там Андерсон Пак, для меня я представил, как будто он экстренная музыкальная помощь. Ага. То есть я представлял, что все эти аргументы, которые ты говоришь, я такой, ну да, я вообще не знаю, как оценить электронику, все это, и он уже для меня так падал. И тут Андерсон Пак, как ему, как в фильмах, руку дал, и как начитал так мощно, что я такой, ну, ради этого, и прям там еще, там и читка как-то прикольная, реально Ламар напомнил, да, да, Кендрика. Хотя там тоже по голосу, да, и... Ну, Кендрик такой более... Ну, да, я имею в виду, что именно не голос, а скорее вот распределение... Да, слово, распределение текста. И это как раз... Пародия на Кендрика хотите? Очень круто было. Да, дай, подожди, ну ты же не даешь услышать. Bitch, don't kill my vibe. Это то ли Кендрик, то ли это, как и Анжелика Варум. То ли видение.
То ли девочка, то ли видение. Да. Хорошо. Только это вообще не Джеки Вробдрек. Это же Агутин. Вы знаете, что за Кендрика Ламара поет Агутин? Они просто пич делают. Я бы послушал ремикс босоногого мальчика и Be Humble. Вот да. Это было бы... Sit down. Мэшап такой, да, классный? Sit down, мальчик. Чему что, Валер, к чему ты ведешь? Да. Куда ты вообще ведешь мысль? Я хочу сказать, что Пак обычно более же даже фанково делает. Тут он прям зачитал. Но он тоже разное делает, но я имею в виду все равно. Его стиль больше все-таки, да, ближе к какому-нибудь Бруно Марсу, словно, да, такому только рэповатому Бруно Марсу. А здесь прям прикольно, мне понравилось. И типа, я такой, ну ради этого парта, как будто даже то я готов дослушать. Ну то есть я без всякого вообще честно голосую за. Отлично. Супер. Свежий, уверенный лайк. Я приятный, чистый. Не пока? А? Как круто! Несколько уточняющих «а» одновременно. Давай начнем с «а» вот этого. Продолжим вот этим. Ничего. Хорошо. Твое мнение по поводу трека. Нормальный трек, но знаешь как, я не скажу, что, блин, я в восторге, или я такой «вау, меня это взбудоражило как-то», или палец бы побежал скорее добавлять это в плейлист. Хороший трек. Ну, вот как с темным треком, типа, хороший, но я не знаю, что тут найти для себя такого, чтобы добавить. Ни одной электрогитары. Ни одной специально для себя. Ну и разве нет никого. Шо? Какой придирчивый парниша. Но сегодня такой, я мало спал. Он просто рядом с плакатом этого, плакатом. Да, кстати, аура. Это он нашептывает. Мстителя. Нет, нет, докопайся до чего-нибудь, Саш. Так вот, я, короче, я бы не добавил. Хороший трек, на твердую 4 с плюсом. Да. Но не добавил. Ну, нет. Не пятерка. Не пятерка. Вау, какой придирчивый сегодня. Ну, а что, иначе мы все будем добавлять, будет здорово. Да. Возьмите Басю крупно. Так, вы что скажете? Хочешь? Ну, для меня, типа, такой музон, это... Короче, есть такой артист, Кейт Ранадо, знаете? Да. Вот... У него скоро альбом. Как будто бы чуть-чуть... в ту степь, но более, что ли, попсово и еще и похоже реально на Кендрика. Я так понимаю, это Пак, да? Да. Пак. Я так понимаю, это типа не его флоу, не его манера, это просто залетел чувак на трек и сделал что-то похожее. Вот. Но музыка, короче, мне нравится такую музыку слушать, когда ты едешь куда-то долго в дороге. Mm-hmm. То есть это прикольно. Но в целом не мое. Не мое. Но я поставлю лайк. Стой, она сейчас будет продавливать, чтобы изменить решение. Я поставлю лайк, потому что... Он поставил лайк, мне не надо. Потому что, да, трек хорош. Я уже добавил круг плейлист? Нет, потому что у меня есть целый альбом Кейт Ранадо, и мне кажется, Кейт Ранадо на голову выше, а музыка похожа очень. Не похоже, тут драм-бейс. Разные, да, жанры. У Фредди Гейн он же вообще все делает, много чего. Он такое британское музло, а Кейт Ранадо как будто чуть-чуть... даже ближе к латинскому, знаешь, да, там грув такой ритмике. Прям. Ага. Ну вот смотри, это главный маркер. Если ты говоришь, я бы себе в плейлист не добавил, это значит дизлайк. Это почему всегда на моих треках так говорят? А нельзя сделать так, что типа себе бы не добавил, но лайк поставлю? Ну типа тогда все, знаешь, всегда будут приходить, говорить, мне такое не нравится, ну давайте лайк. Нет, смотри, он сказал вслух. Он говорит, давайте трек добавим, но себе я бы не добавил. Он вот так сказал. Ты реально, Илюх, говоришь, что на моих треках так у тебя? Я предвзят. Вот заметьте, это идеальный пример того, как ты говоришь, вот я трек выпустил, он больше мне не принадлежит. Фредди Гейн выпустил трек, и Бася думает, что он принадлежит ей. И она такая сделала, сука, чё ты не добавил бы? Я думал, так появляется миф о сексизме, знаешь, феминизме на моем, потому что я женщина. Илюш, рули. Прости, что я после аварии опять напоминаю. Хотя, возможно, но ты бы себе не добавил, правильно? Не забудь притормозить. Все, тогда тоже дис. Твое слово, Илюшка. Мое слово. Мне очень понравилось. Я, честно говоря, вот ты на меня немножко напи***ла, а я хотел самый первый сказать, но не успел этого сделать. Илюша, она иначе не может. Ты видел ее размеры? Она, если может что-то, то немножко. Ну да. И это было... Все логично. Я хотел сказать, Бася, огромный респект за этот трек. Я согласна. Мне очень понравилось. Да, хороший трек, хороший трек. Ты что? Я бы на тусовке я бы послушал. Сам просто в наушниках там или где-то. У меня, кстати, вопрос, Бася. Получается, если ты сейчас вот в этом, то где-то сейчас Фидель Кастро в Мерче Кукаяк или? Классно, классно. Маленький диктатор. Помните, да? Помните? Что? Ну... Саша Брон Коэн? Да. Короче, да, иногда приятная такая драм-н-бейсинка, она имеет место быть в моих ушах, в моей голове,
в машине, в наушниках. Я вообще кайф. И особенно, я согласен с Валерой, по второй парт, вот типа, вот это прям вообще... You don't kill my vibe. Вот это было прям очень вкусно, я такое люблю. Поэтому я благодарен тебе, Бася. You don't kill my vibe. Музыки осталось мало. Ты понимаешь, что все, что зевал. Ты так зеваешь? Нет, ты все, что зевал. Вообще не зевал. Я вообще не зевал. Нет, это не зевок, это я удерживал, чтобы не перебивать. Я бы хотел сделать заявление. Да. Вот вы мне говорите, Илья, давай двигай мотор вперед. Иногда такое бывает. Но вот такие алмазы разве можно пропускать? Нужно, Илья, нужно! Ну это же... Постоянно. Нас уже в комментариях уже с Монти Пайтоном сравнивают. Это все лучшее, что можно. Я даже заплакала. Вот, пожалуйста. Итак, минус-минус. Почему минус? Нет. Я да 3-2, Илюш, 3-2. 3-2, мы взяли трек. Да, мы с взяли трек. Все, отлично. Спасибо. 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 Пам-пам. Поехали. Пам, у меня электроника, пам. Если что, Валер. У тебя что? У меня тоже танцевальная. Сразу. Ну, у меня, кстати, наверное, электроника. Поп-попа электроника. Попа-попа? Давай тогда. Ну, я догадываюсь, что у тебя. Давай с меня. Давай, Саня. Валерка уже догадывается. Поехали. Включаем мою электронщину. Круто. Блин, знаете что, такие прикольные бриджи. Я имею в виду, видела в зале. Перед припевами, короче, я вот к этому. Типа, везде разные. Ну вот он же, это Джеймс Блейк, он же этим и хорош, что он вообще, типа, лирик. И поэтому у него всегда такие мелизмы потрясающие. Даже в электронном треке куча переходов, вот этих дропов. Это вообще, как будто, знаете, я подумал, что это как будто очень быстрый мэшап. Или... Да. Или, это классическая британская тизер, музыка. Знаешь, как тизер фильма, очень длинный, как тизер альбома, как будто вот это должен быть трек, вот это, вот это, но... вот это. С одной стороны, но чуть-чуть нет такого, что чуть-чуть как будто... такой, блин, а вот здесь бы хотелось... Не хотела кульминации? Вот, и даже не кульминации, да нет, мне все прикольно. Подольше побыть я в одном, типа? Да, я, типа вот, блин, а сделал такой трек вот с этим, как будто слишком быстро, так тоже прикольно. Блин, я понял, о чем ты, это прикольно. Ну... Когда берешь, знаешь, пиццу, не одну цельную, а там вот, вот по два кусочка разных, вот так. Да, типа того, знаешь, этот бол, как его... Поки. Да. Покебол. Да, покебол. Мне, знаете, как показалось? Как? Мне показалось, что это вообще смешанный Beastie Boys, Massive Attack и еще и Моби. Mm-hmm. И на это все по Джеймс То есть тоже Блейк. Солянку ты нашла в этом? Ну, чутка, да. Но в целом я люблю Джеймс Блейка. Так. И электронную музыку, и прикольный вообще. И я видел клип. У него вышел клип очень крутой. С классной идеей. Да, трек, это... поэтому послушайте. Да. Там в чем прикол? Он же недавно типа высказался по поводу того, что лейблы душат артистов, ничего не хотят делать для продвижения, просто сидят, ждут, пока трек завирусится. А, и он создал в рилсах или в этих. Да, и он начал свое музло сайт. Выкладывать на отдельный сайт. Этот трек он выпустил просто на своем лейбле. И клип про это же. И сам трек, вы можете понять в нем, почему он такой резанный, идеальный трек для летних рилсов. Короче, он, знаешь, типа как стебется, выпускает спекулятивный трек, типа, ну давайте попробуем. Провоцирует. Да, давайте попробуем. Я хочу, чтобы этот трек завирусился. И клип про это же. Какая-то в этом... Короче, Илюш, вышел трек моего любимого артиста, как я его не принесу? Вы как можно было реально себе не принести? Надо было догадаться об этом. Так, ты что скажешь? Джеймс Блейк, Саша, амбассадор в нашей программе Джеймс Блейка. Я вообще не любитель электронной музыки, если честно. Вот. Но тут сумасшедший вокал. Просто. Единственное, вот мне лично не хватает все-таки как раз... То есть тут переходы, да. Но мне не хватает дропа. То есть, типа, знаешь, когда тебя сразу вставляют, да. То есть как будто бы он весь трек на одном груве, плавный, но немножечко меняется мелодия. Да. Поэтому, ну, с меня дис. Опа, минусочек. Хорошо, выскажемся по... Или ты говоришь «да», и ты говоришь «да», по-моему, да? По вашим, собственно, каким-то... Ну, я класс, класс, да. Я, наверное, тоже плюсану. Мне понравилось. Он такой... Для меня это как будто бы он... ладно, тупое Илюш, сравнение. Ну вот эти алмазы-то давай хотя бы чуть-чуть. Хорошо, 4-1. Ура, поздравляю. Джеймс Блейк оказывается в нашем плейлисте. Сте. Валер, ну давай, ты обещал нам поп-электрон. У нас такой большой плейлист, что давайте называть его плейлистепь.
Плейлистепь, да, прикольно. Плейлистепь, да. Валера. Все сказали плейлистепь, да? Плейлистепь, да, плейлистепь, да. Я просто еще только в конце понял, какое слово услышал, которое вы говорите. Валерка, давай свою электронику. Поп. Чарли XCX. 360 ремикс Фит Робин и, внимание, Ян Клин. Диджей Карась. Ян Клин. Ян Клин всплыл. Диджей Базук. Да. Рядом с диджеем Карасем. Давайте послушаем. Давайте, конечно. Dress so fresh and so clean. Rock with the diamonds on the sleeve. Breathing in the Stockholm breeze. Get with rubbing on the beat. Hey, yeah, we're rubbing on the beat. Sweet. Cameras flashing at the scene. We're rubbing in Charlie. Pull up to the party. Three white lines, put the lime in the Bacardi. В целом сейчас все электронное на самом деле. Но вот это чисто типичный хип-хоп бит. Поп-трек, как в этом треке для меня много кей-попа. Знаешь, такой классический. А мне, знаешь, на что похоже? Как группа называлась? По-моему, Bomb Funk MC's, там, где Ферги пела. Нет, Black Eyed Peas. Точно, Black Eyed Peas. Вот мне очень похоже, как будто это Black Eyed Peas того еще времени старого. Поп-хип-хоп, R&B. Сейчас такого, давненько не было. Не электроника. Black Eyed Peas что-то есть. Но биты ближе к тому, как Charli XCX делает, конечно, точно. Потому что она вот такой вот делает. Футура такой, знаете... Ну и приятно, когда люди разговаривают просто в треке. Когда люди разговаривают. Реально, это просто диалог. Диалог накладывает. На самом деле, я меня еще сильно наличие Young Lean подкупило. Я такой прикольный, что он... Это который на масленицу Young Lean? Да. Воскрес. Класс! Я скажу сразу честно. Воскрес? Для меня, типа, однообразненько. Для меня много кей-попа, который я тоже не очень люблю в этом звуке. И однообразно, что она просто... На протяжении всего трека ничего не происходит. Ну, кей-поп, единственное, они там все такие... Они там, вас разносят в комментариях за кей-поп? Разукрашивают. Да, без понятия. Кстати, разнесите нас в комментариях. А мы минимально. Кстати, у нас кей-поп был минимальный. Я как-то приносил трек, где там Ашер и вот... Джон Кук. Это не Ашер, это Лил Джон. Это... Это что, мужчина, я не говорил, что это Ашер. Это мужчина попил в жару квас и больше. Хорошо. Баня. Короче, я проголосую минус. Я даже натыкался на этот трек. Окей, а я на самом деле, Саша, все предполагал, что ты так скажешь. Я становлюсь предсказуемым. Ну да, да. Делать! Я прям слушаю. Все минус, кроме того, что принес сам в итоге. Хорошо. А реально так? Ну да. Я все минусом? Да, ты просто выделил Джеймс Блейка. Простите, очень сильно среди грешность. Всех остальных, по-твоему. Ну я искренний, Илюх, я зато искренний. Хорошо. А, Бась, ну ты в целом в конце вот так своего спича, очень тихо, но я услышал это, сказала, ну в целом трючок мне нравится. Мне понравился. Ну и все, достаточно. Для варм... дальше, значит, дальше. Нет, для вармапчика самое то. Для вармапчика. Ну для конца вармапчика. Анжелика вармапчик. Она еще Кендрик Ламар. Я просто диджей, и я всегда разделяю вот так треки, типа на вармап, прайм, там, и так далее. Минус, плюс, лайк. Лайк, ты добавляешь себе в плейлист? Да, да, во, как это интересно, круто, здорово, класс. Да. Я скажу, наверное, нет, но я тоже, ты знаешь, Валер, ты знаешь. Кстати, среди нас всех, ты, кстати, Лех, самый вот, ты джокер, вот по тебе реально джокер. Сложнее всего понять. Джокер, знаете, ты в натуре, идеал. Ты такой вроде тут не угадаешь, честно, вот насчет тебя, если кого бы ставил... Кого-то близнецы. Смеешь, не, просто как-то у Илюхи больше деградации, как будто. Он вроде слушает больше, например, чем Саня, да, именно жанров, да, но при этом в них у него это какие-то свои есть, он типа вот под эти. Ты в этом, ты библиотека, знаешь, ты вот. Я, что называется, нахватался по верхушкам. Где-то что-то нахватался на верхушках. Да. Ладно, про Джокера. Короче, я вот это нет, но мне. Но я был близок к тому, чтобы да. Но вот чуть-чуть нет затянуло. Sorry, а можно вопрос, почему нам неудобно за дизлайки сейчас? Вообще не неудобно. Вот какая-то атмосфера складывается, как будто бы неудобно. Не, даже не, да, просто... как, звучит как оправдание. Мы, да, не, мы обсуждаем же вообще по треку, потому что, чтобы просто подробнее, чтобы не были да-да, нет-нет, знаешь, иначе мы такие собрались. Могли-то в чате просто обсудить, знаешь. Просто мы все слишком хорошие люди. Да нет, почему? Давайте Илюха это признаем. Нет, я ни в чем не убеждаю, я просто говорю про то, что про наши музыкальные вкусы, что в случае Илюхи я бы, ну, типа, ты не угадаешь иногда, мне кажется, потому что я... Непредсказуемость. Слушай, такое, а что он сейчас скажет? Типа? Хорошо. Тогда снова 3-2, снова ты мне напомнил. Снова 3-2, 3-2. И мы добавили тот трек снова. Снова.
А мы переходим к рубрике «Вопрос гостю». Yeah, представляешь? Yeah, «Вопросы гостю» даже. Вот так вот я бы сказал. Кропкие аплодисменты начинающегося дождя где-то в студии. Кого мы начнем нашу вопрос-ответную музыкальную сессию? Ну, с меня. Давайте начнем с Валеры, раз уж он проявил инициативу. Поехали. В чем ты гость? Есть тебе вопрос? Так, у нас есть рубрика «Вопрос гостю». Смотри, как сложилось. Вау, круто. Все максимально логично. У нас есть тактика, мы ее придерживаемся. Это ты настолько фанат Лоджика, что Лоджик внутри. У него, кстати, недавно вышел тоже кое-что. Кое-что трек. Камень использовал. Добавил интриги там, где не надо. И клип. Что вышел камень? Да. У Лоджика тоже кое-что не вышло. Возглавил чарты. Следите. Камешек. Смотри, Тём, да, ты как уже сам сказал, и как мы все знаем, какую-то там часть твоей карьеры ты начинал с коллектива. Да. Целого даже шоу, это, кстати, довольно редкий опыт, да, то есть, типа, я помню, я по НТВ еще смотрел, то все дела, вот это. И потом начал сольную карьеру. Да. Много таких артистов, и супер успешных в том числе, причем кто-то стал более успешными после, как многие не знают, что, например, Sting был в группе, вы знали, что? Sting да, был в ты, группе. Кстати, уже рассказывал, по-моему, даже об этом. Я этого не помню сам. Кто-то, типа, Timberlake, Even Sting был нормальный, потом, ну, то есть, типа... Поэтому мне стало интересно, твой любимый трек какого-то исполнителя, который начинал тоже в коллективе, потом начал сольную карьеру. Ну, это в целом как раз и артист, который начинал в коллективе и потом сольную карьеру. Я, если честно, сначала узнал его как раз как сольного артиста, и только потом узнал, что он был в NSYNC, это как раз про Джастина Тимберлейка. И, наверное, любимый трек — это этот «Pump Your Body Up». Я не помню его вот сейчас. Вот, давайте послушаем. Давайте послушаем. Легендарный. Легендарный, да. Нет, музыка, трек... под которую невозможно не затанцевать. Да, причем, прикиньте, это же до сих пор звучит круто, свежо. Ты знаешь, есть какие-то треки, которые ты такой, ну да, тогда это было круто, сейчас подстрелил, в принципе, до сих пор круто. Да, ну, типа... как Фанта, же... знаешь? Фанта всегда типа, если бы это была типа, если бы это была новинка, интеграции? Я думаю, у нас бы... Бесплатные. Всегда, вот ты видишь Фанту, блин, ну всегда хорошо. Нет такого, что Фанта... Это у них новый слоган такой? Какой? Фанта всегда с Фанта всегда да. Не знаю, это же Timbaland, скорее всего, делал. Черноголовка всегда неловко. Возможно, еще Фаррелл. Может быть. Круто. Может быть. Но вообще весь этот альбом — это просто взрыв башки. Да, и все, что выходило у Джастина в последующем, это прям... Мое любимое его выступление — это на Супербол. Это один из лучших, кстати, Супербол. Когда он через людей вот проходил. Ну, просто человек и двигается. Ну, это просто поцелованный Богом вообще. А насчет того, что, типа, звучит свежо даже до сих пор... Как Фанта. Как Фанта. Яркий пример — это Майкл Джексон. Человек, который там, типа, 30 лет назад делал музыку, которая, ну, звучит до сих пор очень... Как Киркоров. Нормально. Нет, знаете, кстати, в чем секрет такой Киркоров музыки? Киркоров, кстати, норм. Да, знаете, в чем секрет такой музыки, мне кажется, которая вот через годы актуальна? Простота. Простота в используемых инструментах. И честность. Два притопа. Да-да-да, она через годы всегда, как классика. Она всегда классика. Ну, при этом, да, Timberlake все-таки не совсем, да, три прихлопа там как-то... Ну, он общем... довольно примитивный же биточек, да. Вы слышите, да? Там ты все говоришь, довольно примитивно. Timbaland ты сказал? Значит? Timbaland, да, который Timbaland. Да, а я про Timbaland узнал, что он... Который пел с Юрксом. Да. Битосики, он же через битбокс это чего все делал. Угорать, это правда. Что у него очень много, типа, написанных его битов, они сначала, типа, битбоксенные, он их, типа, так вот, и потом переносил. Ну, уже... стиль Timbaland'а всегда узнается. И вот еще у меня ощущение, что Фаррелл Уильямс тоже мог работать над этим. Скорее всего. Они вот всегда надо все панковое узнать. Вот такое. Надо узнать, клавиш. Давайте позвоним. Нет, ты можешь на Genius зайти и посмотреть. А, ну все, тогда не нет, будем. Нет, давайте лучше позвоним. Хорошо. Все, далее. Ягола тут невозможно, ничего нет, кроме лайка. Нет, согласен. Лайка. Конечно, это трек, однозначно. В котором тебе хочется открыть люк машины, даже если у тебя в машине не открывается люк. Тебе хочется это сделать. Называется сломать машину. Достаешь болгарку. Так, плюс, ну, ребят, ну здесь очевидно 5-0, Джастин Тимберлейк залетает. Пополнилась наша плейлистепь. Ну и я. Ну и Валера. Принес некий трек. Конечно. Я хочу напомнить вопрос. То есть это мы говорим исполнитель, который вышел из группы. Трек, да. И сделал была группа, стал творчество. Сольную карьеру тоже. Какой-то Harry Styles, угадал? Реально?
Смотрите, подловили мальчишку, поймали. Подловили. Нет. Окей. Okay. Я принес русского исполнителя Гарри Стилза. Но он поет на английском. Гарри. Это экспериментальный. Для начала хотел сказать, что Тимберлейк. Я почему-то был очень уверен, что, даже будучи незнакомым с тем лично, что есть такая вероятность, что мог принести. Потому что Тимберлейк приходит. И я бы сам принес бы какой-нибудь его трек, но так как у нас в каком-то выпуске уже было, я подумал, что гость может принести. Я не стал его приносить. И плюс, я говорю, очень много. Но я в то же время не стал там типа копаться, знаете, когда... А я еще узнал в Википедии, что вот этот артист 6 секунд был в группе... Когда нет, как-то, а про Стинга как года. Ты принес факт? А? Про Стинга факт же ты принес, да, получается, покопался. Нет, я помню просто факт, какой честно. Группы? По-моему, группа The Police, если я правильно помню. Вот. И потом они были The Melis. Потом опять The Police. А потом уже полез. Что? Давай-ка нам руку. Миньон, отвечающий за юмор, Тумблер врубил. Вылез. The Police и обратно. Но что я сделаю, если он талантливый? Как никто бы никогда не мог догадаться, это Хэри Стайлз. Опа! Так и думал! Эх, эх, эх. Вот, слушай. Давай угадай трек. Watermelon Sugar? Нет. Or As It Was? Нет, не оба. Но Watermelon Sugar классный, я подумал, что слишком будет. Я поэтому много треков, я тот, который чуть меньше. Я прям выбирал, они же разные. Это классный альбом. Другой трек, Adore You. Adore you. А, да, знаю. Adore you. Одарю тебя. Обожаю тебя. Обожаю, да. Включаем. Круто! Еще сейчас лето у нас начинается. Вообще да. Так кайфово. Еще на докторе. Оно уже вовсю на идет. На докторе Хэнни так слышно, круто. Ну, то есть, я на самом деле, вот я подумал, я даже удивился чуть-чуть, что ты пробил, в том плане, что мне нравится, но я не могу там, вот если меня спросят, там, любимый исполнитель, я, мне кажется, сам там, не назову Хэри Стайлса там да, первым. Да, конечно. Но все, девчонки, что... у него целевая аудитория девчонки. Все, что производит, все качественно, действительно талантливый тип. Там, даже... На счет три показываем. Лайк не или не надо лайк. Говорить, да? Раз, мы два. Вообще не обсуждаем, да, ничего? А что, не, скажите вам, конечно, если есть что сказать. Кстати, вот когда появился M-Band, я так понимаю, что его брали по лекалам One Direction. Mm-hmm. Это, собственно, группа, откуда Гарри Стайлз. Да, да, да. И я не знал это об этой группе до того, как не попал в M-Band, потому что нам прям в комменты прилетало постоянно. И я потом начал чекать. И вот, если честно, мне кажется, есть куда круче артисты из One Direction. Это Зейн Малик. Вот, хотя это, уже на любителя. Знаю. Я прям как не, фанат. Не, мне тоже Зейн нравится, мне тоже много. Зейн... У него часто альбом очень крутой, да. А что касается Гарри Стайлза, как будто бы никуда он и не ушел от One Direction. Это круто, на самом деле, в целом, если оценить One Direction, потому что как раз тогда, мне кажется, вот, знаешь, по ощущениям, что тогда это был проект, пока они все были вместе, вот именно для девчонок, знаешь, он супер популярный был, но вот как раз, типа, вот нам принеси, мы там два трека знаем, знаешь, а вот они когда разошлись, как раз круто, что они каждый сольно, чуть-чуть каждый со своим, да, оказалось, да. Что они все, знаешь, все мощные все равно, то есть, типа, да. И так, и вот так и тоже сяк. Все сложилось, да, то есть. Ну, ты хотел как-то подкрасить свою оценку в сторону минуса в итоге этим комментарием. Да. Да, минус. Да. Но в минус только с точки зрения того, что я бы себе не добавил. Ага. И все. Не, это кайф, круто, что ты сказал. Бась, у тебя есть что-то категоричное? Нет. Зевни хотя бы просто. Дай на камеру эмоции. Гарри Стайлз, я люблю один трек его, вот этот, какой? As It Was. You know, it's not the same as it was. Мне он нравится по тексту, по подаче, очень нравится. А вы знали, что у него 4 соска? Что? Да. Что? Что? Серьезно, у него 4 соска. Где они? Где два остальных? Вот здесь. Я вам клянусь. Есть. Серьезно? Да. 4 соска. Я знаю, третий бывает сосок, потому что 4. Нет, у него 4. Как у свинки. И все с одной стороны. У свинки 6. Ну так, вот здесь 4 подряд. Вот, видишь? Человек подтверждает. У нас здесь просто представители свиноводства.
Да, действительно, у свиньи 4 соска. Ну, 6 или 8. Про Гарри Стаза говорят. Мне 6 или 8. Вы что, не смотрели? Ну, погоди. Сцена на пляже. Короче, да, у него 4 соска, это редкость вообще. Вот я не очень про него знаю, но знаю, что у него 4 соска. Я изучала этот вопрос. И ты этому человеку поставишь минус сейчас? Ну, за 4 соска, ладно, плюс. Получается... Получается, вы понимаете, что контент мы погодим... Контент на ровном месте. Я тоже займусь. Ты минус? Я же должен еще сказать. Ну, я скажу тоже, да, мне понравилось. Конечно, я танцевал здесь, сидел, хотя не планировал. Да? 4-1, ребята, я нас поздравляю. Я нас всех поздравляю. Четыре один, это как сосков у Гарри Стайлза. Да. 4 на одном. Не, один Гарри Стайлз. Один Гарри Стайлз и 4 его соска. Да. В фильме. Гарри Стайлз. Так, вопросик был, ответ получился. 2 трека послушали. Вот, посмотрите, лицо человека, который хочет задать вопрос, и она уже не может усидеть на месте. Приступаем. Вопрос следующий. Какой трек, по твоему мнению, лучше всего подходит для пикника с друзьями летом? О, я вам такой трек принес вообще. Я знал, что будет передача вот в формате типа западного музла, мы будем сидеть, пытаться разбирать. И подумал, какой реально трек идеальный для пикника? Я недавно был на пикнике. Расскажи, вот, как вот? Вот, опиши детали. Ну, вы накрыли поляну. Мы собрали компанию людей, сняли беседку возле водички, пожарили шашлычки, принесли колоночку и слушали всю дорогу нашу любимую музыку, знакомую нам с детства. Вот. И там как будто что-то не «Сектор газа», как будто. Не-не-не-не-не. Все более попсово. Вот, и я принес трек «Любовь Успенская» по Полюшку. Потому что, мне кажется, это прям суперхит, который последние 1.5 года я вообще не могу... Где слышу, везде меня разрывает. Да, это потрясающая песня. Я сразу ставлю лайк, потому что я недавно с ней познакомился. Прям вот в течение года. Ой, завидую тебе. С треком. Давайте послушаем, просто кайфануть. Преждевременный лайк у меня. А я по полю да по полюшку приду к тебе. А я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячи верст. Ну это... Судя по музыке, пикничок у вас был с водочкой, да? Пикничок, чтобы ты заплакала. Это как раз та уже стадия, знаешь, под вечер ближе. Вообще ни слова пикник я представлял. Если честно, вот знаете, за что я люблю русскую эстраду? Это вот за наполненность инструментами. То есть здесь и скрипки валят, и... Да, то есть это прям музыка. И вообще структура, как построена песня. Структура сумасшедшая, да. Модуляция, потом разгон перед финальным... Просто мне кажется, вот... Мне кажется, до тебя никто не употреблял глагол «валят» в сторону скрипки. Скрипки валят. Да. Просто вот есть какое-то такое застоявшееся мнение о том, что типа русская эстрада — это прям типа плохо, что вот музыка там начала там 90... Ну, короче, вся старая. Вот. Мне кажется, это вбили в голову, потому что если разбирать структурно эту музыку, то это сумасшедшие композиторские решения. 100%. Старичок шарит. И вот так микрофончик. Как не сри русскую эстраду, но столько хитов величайших. Это как не сри, они богатые. Агутин, знаешь, аэропорты, вот этот трек, у Пугачева, у Киркорова того же. Очень много потрясающих треков. Но Агутин вообще другой. Агутин это супер. Я имею в виду у каждого из поп-сцены, с эстрады. Ну я вообще, знаете, да, вот о чем подумал, что это как будто вообще вот песня... И такой тип, вот Лепс, вот этот трек, там часть треки Успенской, какая-нибудь Ваенга, это как будто реально квинтэссенция России, Руси, потому что вот в этом, знаете, треке, в котором вот трек преодоления, вот за счет текста, инструментов, вот и у нас так вот близко. Такой, вот реально трек, под который очень удобно вот людям вот такие вот выпили, эх, как все. Вот я реально попытался... Под который хочется, ух, а вот так сказать, ух, реально попытался прикинуть референс западный, вот такого именно даже стиля, не могу сообразить. То есть реально у нас такого много, и у нас это всегда срабатывает. Кэнди Шоп? Нет. Ну типа, понял? То есть вот это «Я уеду же в Лондон», или «По Полюшку дойду», или там что-то, или «Аэропорта города», реально, вот все, это я не знаю такого. Ну продюсеры же умные люди, они знают, что трогает нашего человека. Конечно. То есть да, мы вот это, знаешь, это вот все, вот реально, вот это же трек про жену декабриста, фактически. Да, за внутреннюю хтонь вот так взяли. Да-да-да, это трек, чтобы пить на кухне очень долго, плакать, вот. А потом зарезать того, сколько... Поэтому я голосую против. Я вам даже больше скажу. Недавно состоялся финал «Медиабаскет».
Market, вот, и выступала там Успенская. Да. И ни одного из хедлайнеров не встречали так, как ее. Просто она разорвала зал вот именно с этим треком. Так, особенно, когда она по баскетбольному полю бежала по полюшку. Ну, то есть, это был топ и как бы... По баскетбольному по полюшку иду к тебе. Она и на медийной, на мероприятии медийной футбольной лиги тоже исполняла эту же песню. И вот тут я уже замечаю какую-то спекуляцию на этом треке. Это все, что медийно, Успенская по полюшку. Обалдеть. Ну что, Успенскую мы будем как-то что-то... Вообще про поля у нас все заходит. Сейчас какой там вот этот трек? По полям синий трактор. Матушка земля. А, ну про землю, про поле все. Короче, белая, ну бесспорно, это хит, величайший хит. Давай, синий трактор, все сюда. Нет, я плюс, не, Успенская это супер. Блин, ну я, наверное, проголосую, можно? Я типа с уважением все дела, ну, наверное, ну себе бы не добил. При том, что я вообще, у меня нет никакого хейта там к поп, а там условно, причем даже не только я говорю, Агутина вообще обожаю. У меня там Киркоров, еще что-то. Все хорошо. Нет, ладно, ладно, мы уважаем твое мнение. Мы уважаем твое мнение. У меня даже один трек Стаса Михайлова норм. Но признание после того, как рубрики Guilty Pleasure нет. Сейчас кое-что будет. Ну-ка. Вы знаете? Сколько сосков у Стаса Михайлова? Нет, у него там вообще вот такой. Давайте продолжать. Подожди. Нет, здесь невозможно. Стоп, нет, давай разберемся. Про кого она, во-первых? Про Стаса Михайлова. Он всегда выступает в брючках. Так. И там, вот просто возьмите и просто... И потрогайте. Нет, и посмотрите. И там... Вот такой. И мне кажется, женщины ходят на Стаса Михайлова только чтобы посмотреть на дно. На что? Ну, точно не на его голос. Откуда ты знаешь? Через брюки видишь? Картинки посмотри, фотки. Так давай посмотрим. Давай. Я не... Ну как это? Да. Что это за... А смотри. Вы потом прикрепите их, да, вот сюда? Я надеюсь, что нет. Стас Михайлов член. Рост, вес, длина. Стас Михайлов член. Ща. Член на просвет. Ща. Видишь, какой плохо? Момент мы скатились? Плохо грузится, потому что слишком передачи. Большой. Да, много весит. Ща. Мегабайты, там мегабайты члена, ребят. Ща. Гиги за шаги там. Вась, ну давай признаем, что это просто слух, который ты попыталась основать, запустить. Я тебе клянусь. Не вышло. Нет, клянусь? Принимать. Ну, типа, прям клянешься. Проверять я, это я конечно. Было бы страшнее, если бы она про Успенскую это что-нибудь такое сказала. Так, все, Бась, верим. По верим. Полю да по полюшку узнали, проголосовали, так. Добавили. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячи звезд. Бася, вопрос алавердышный. Твой пикниковский любимый трек. Да, но у меня не под водку, я не пью водку. Угу. Я люблю, знаете, вот прийти... Поесть все, что принесли мои друзья, и отрубиться. Вот это самый лучший вариант. Клофелин приносит? Нет, еду, типа там много еды, колбас. А ты не приносишь обычно еду? Колбас. Приношу. Так, а почему ты ешь только еду друзей? У них вкуснее. А почему? Ты, получается, ну, неответственно относишься к этому? А я очень ответственно. Это как срака есть приносишь все? Получается, что так. Только хлеб и воду? И масло. Уже что-то. Только хлеб и их треки. Это башня. Получается, еда друзей как треки. Как только они приносят Басе, они перестают быть их. Да. Но я вот люблю, что пикничок, если пикничок, да? Не под коньячок, а вот просто спокойствие, вот птички. Лаунж, лаунж. Вот, поэтому я принесла такой трек, под который я бы заснула на пикничке. А можешь, пожалуйста, пока мы не включили трек, еще немножко тезисами, вот тегами описать твой вот пикник, на котором ты обычно бываешь. Да. Что там присутствует? Кто там обязательно? Кроме того, что не честно, спинимся. Последний раз я была на пикнике у Стритбита. Угу. В том году. Да. Я в целом там ничего не приносила, но было круто. Было круто. Так поэтому тебе она было ела круто, вашу потому, еду. Что ты ничего не приносила. Где-то сейчас плачет один продюсер. Так выглядит осознание. Да-да. Точно. Ну давайте узнаем. Было вкусно, мне очень понравилось. Очень. Вот. Я вас видела всех там на этом пикничке. Да. И мне было очень приятно вас видеть. Давайте еще повторим, пожалуйста. Нет? Ладно, все. Давайте послушаем включаем? Тогда да, трек. Да, включаем. Мне не понравилось. Почему? Это товарищ был в туалете 45 минут без сушения. Товарищ! Товарищ уходил в туалет!
45 минут тебя ждали. Сколько можно слушать репить его? Во-первых, трек долгий. Под него не ссыться. Вот давай честно. Ну, есть треки, под которые не ссыться. Как плацкарт тебя укачивать, тоже невозможно. Ладно, хорошо. Мой пикничок именно такой. Минус. Илюх, я сделаю тебе сложнее, потому что я скажу минус тоже. О, опа, минус, минус. Сложного я запомнил. Это, кстати, это трек из Imagination, могу вам сказать. Imagination — это скейт-видео российское, которое очень много лет назад было. Снято и выложено в сеть. Я подумал, что до него... Все, я люблю этот трек именно с того момента. Идти субтитры какой-нибудь ситком могли бы в какой-то момент. Да-да-да, такой типа. Тебе как? Ну, мне тречок как будто, знаешь, вот нарезать как раз все на стол на пикничок и не слушать, что играет. Нарезать ощущение, скоро Успенскую выберу. Типа, знаешь, когда играет музыка, она приятная, но... как-то... Фон, максимально фон, да? Поэтому ну, блин, а на пикнике вы что там делаете? Общайтесь со своими друзьями. Ты что за нее так борешься? Это не твой трек. Хоть нас уговаривать. Общайтесь со своими друзьями. Я сейчас отминусую все предыдущие, которые я голосовал плюс. Понятно тебе? Угроза минуса. Попроси меня проголосовать за новинку ее. Слушай, Саш, а можешь сейчас проголосовать за новинку, которую Бася принесла? Минус. Все. На монтаже отмотайте. Так, стоп. А там минус. За все выпуски ему минус от меня, который плюс. Все просмотрите, пожалуйста. Нет, я сейчас спрашиваю. Вы заметили, буквально там 2-3 предложения назад мы обсуждали, а почему мы так оправдываемся за дизлайки? Не, ну это Бася. Бася очень всегда тепло. На каждый трек считает своим. Она считает наши минусы какой-то нападкой на ее чувство вкуса. Это не так. Да, это совсем не так. Абсолютно не так. Вот я потому что Бась, тост, без минусов не было бы треков. Что? Без минусов капнул, не было бы треков. Круто, велика. Типа инструментал. Это велико, Валя. Это круто. Это классно. Я тоже могу сказать, я понимаю, о чем вы говорите, я попробую собрать это все воедино. Уже три минуса, кстати. Я слушал трек и такой, вот я что? Я начал думать под него, что бы я ел. Я такой, я ем помидоры черри. Мне вкусно. Ах ты, я собака. Ем сыр. Ах ты собака. Подожди. Да? И мне в целом... Возможно, это сейчас вкус сыра, понимаешь? Сейчас короче, он... трек довольно, скажем так, бесхребетный. То есть я к тому, что он типа сильно фоновый. Да, и я вот да. понял, что если бы я ел помидорку черри под другой похожий трек, я бы вообще нисколько не обломался. Он приятный, он отлично подходит для пикника в лайт-версии пикника. Сыр, помидорка черри, любой трек, похожий на этот, меня устроит. Да хватит так вкусно произносить. Мы ждем вообще на доставочку. Да, хорошо. Договорились. Выражено, надо в кадре обязательно говорить. Гусыня. Объясняй теперь людям. Да, поэтому... Мы заказали... Да не обязательно, я же... Мы иногда едим. Детский интересный рассказ, мы заказали еду. Мы заказали еду перед Она не приехала, кстати, Даша? Да. Тогда ускоряемся! Погнали! Я голосую минус. Может, очень быстро интеграцию продадим? Сейчас вообще бы хорошо рассказали, откуда и как. Подождите, ребят, не перебивайте. Здесь у Баси полная факап. Все минусы. Ну, у нее... Давайте все смотреть на нее две минуты. Как так можно? Ты что принесла нам? Ты нас за кого считаешь? Знаете что, это ваше мнение. Ага. Да, нет, Басечка, это твой трек. Нет. Ты его выбрал, а ты принесла. А я эту колонку JBL вез из Новогирии, да. тяжелую. Чтобы вот эти вот штуки на ней врубать. Чтобы больше такого не было. Успенскую нет, вот это. Подождите, знаете что? А может быть вы все придуманы? Представляешь, Успенская уставшая по полюшку нет, идет подожди, и приходит на пикник, подожди. А там вот это играет. Может, вас не существует вообще? Может, и... Все. Я живу. Под конец этого мотора мы едем. 4-1, мы не добавляем этот трек, к сожалению. Вопрос. Тём, наткнулся на информацию о тебе, что, возможно, полнейший, но что, я тебе не знаю, приходится что у тебя вот посюда. Рыться, как у Стаса Михайлова. Что? Что у тебя вот посюда, как у Стаса Михайлова. Это во-первых, да, во-вторых, что ты поклонник Трэвиса Скотта. Ну, мне нравится Трэвис, да. Не могу сказать, что поклонник, но... Все, типа, не один из любимых. Но вот его татуировка. Вот интернету нельзя доверять. Не, один из любимых артистов, скорее всего. Топ-3 да. входит? Нет. Нет? Топ-4? А кто у тебя топ-3? Топ-3 — это Фредди Меркури. Ага. One. Мумий-тролль. Two. И кто еще? Бритни Спирс. Думаешь, тогда давай Трэвис Скотт. Тогда может и топ-3. Давай Децл. Децл? Децл, обожаю Децл. Только не Литрюк, а именно Децл.
курит. Вот этой всей информации я не нашел. Привет, Катя. Дай отсюда царство небесное или трюк гори в аду. Осуждаю. Так не будет. Да, осуждаем, Валера. Рип, дай отсюда во всех ипостасях легенда. Рип. Тём, вот этой инфы я не нашел, но, блин, поэтому... Но Трэвис Топ вообще, да. Ну, один из законодателей звука. Трэвис Скотт. 100%. Трэвис Скотт, да. Не Артём КВН, не Трэвис Топ. Вот, я хотел узнать твой любимый, потому что я тоже дикий его поклонник, очень все слушал. Не очень много слушал, а все. Wild Fan. Wild Fan, yeah. Ну и один из самых крутых документальных фильмов, да? Look Mama, I Can Fly, да. Да, классно. Самый любимый трек? Да, любимый твой трек. С Дрейком, Sicko Mode. Просто разрыв. Это понятно. Что, надо включать? Надо, надо, давайте посмотрим. Нет, когда мы знаем трек, по правилу же я наигрываю. Кстати, можем и не включать, если кому-то надо послушать. Ну я бы хотел. Нет, я его хорошо знаю, просто... Ладно, давайте, так что будет. Sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Слушайте оригинальные, да? Да. 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 Занимайся чем хочешь, вообще нам не мешай. Мы как-то тут музыку обсуждаем, что-то. Трэвис. Еще раз возьмете свою дочь на работу. Чья это дочь? Няню наймите. Мешается же. Раньше не мешалось хотя бы. Да я помню, сидела. Да, спокойно. Молчала. Ну, это вообще жир жирный. Да, ну, это жир жирный, да, и трек тоже. Что случилось? Жир жирный. Ты блянуть, хотел бы блянуть смехом? Нет. Типа не в кадре. Ну, давайте что, как-то раз, два, три. Лайк, войс, ну, да, очевидно, да? Да-да, да-да. 5-0, Трэвис, поздравляю. Поезд, это поезд моего голосования про Трэвиса Скотта. Да-да, да-да. Да-да, да-да. Make this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coast. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. А я притащил трек с этого же альбома, с Астроворлда. Мой любимый трек. Знаете, почему любимый? Ну-ка, ну-ка. Потому что на нем сразу есть Стиви Вандер, Кит Кади, Джеймс Блейк и Трэвис Скотт. Это что такое? Каре. Stop Trying to Be God он называется. Давай слушай. Давай. Губная гармошка. Здесь каждого артиста по щепоточке. Ты понимаешь, что здесь, да. Как его? Кто? Кит Кади. Губная гармошка. Нет, губная гармошка. Сергей Гармашка. Сергей Гармашка. Стиви Вандер. Стиви Вандер здесь делает только губную гармонь. Это круто. Кит Кади здесь делает только хамминг, он называется. То, чем он славится. Джеймс Блейк там в конце поет куплет своим голосом, потрясающе. Все, так идеально сделано. Не обязательно каждому давать куплет, просто от каждого возьми лучшее, что как он умеет. Как камео. Да. Обидно, конечно, с Кит Кади, что сейчас лучше, что он умеет это. Ну, чем он славится, в смысле. Это, по сути, это мем. Это трек, под который идеально размышлять, когда... Да, да. Я подумал в голове смешной раздув о том, что, прикинь, есть настолько богатые люди, которые могут заказать Кит Кади просто, чтобы он делал так, для того, чтобы они подумали, посидели. Просто на каком-то совещании. Есть мем такой про Кит Кади, я видел какой-то, типа, что «Подожди, чувак, что ты делаешь? Кит, что ты делаешь? Почему я плачу?» Он говорит «I'm just humming». Кит, не прыгай. Да. Тоже есть такой. Кит, о, Кит, только что мы это поняли, как долго мы говорили Кит Кади. Еще есть Кит Рок. Ты ждал это? Еще есть Кит Рок, еще есть Кит Ларой. Лил Кит есть, естественно. И Байси такая КВН Кади? Ребят, вот за этот... Я Бася The Creator. За этот выпуск... За этот трек? Да, за этот трек, я хотел сказать, конечно. Давайте голосовать. Я не знаю, нужно ли еще какие-то высказывания. Может, кто-то минус скажет. Вкуснятина, жирнятина. Ребят, Трэвис Скотт, мы вас поздравляем. Выбирал уже. Господин Трэвис Скотт, мы вас поздравляем. Вы дважды добавлены в наш плейлист. Это супер. Найс. Короче, финишная прямая нашего шоу. У тебя есть наверняка какой-то трек, который должен быть добавлен в любой плейлист на планете. Вот Вот, я долго думал над этим треком и понял, что нужно просто выбрать
тот, который я каждый раз, когда слышу, ни разу не переключал. И этот трек, прикольный, кстати, критерий. Да, этот трек, по-моему, называется «Гуидо артист», «Мэтт Сакс». Трек называется. Сумасшедший саксофон? Да. Ладно, давайте послушаем. Это интересно, это необычно как минимум. Это самый смешной трек, который я слышал. Без текста. Мне кажется, здесь вокал... Я знал, куда идти. Да, здесь вокал, саксофон, знаешь, типа. На вокале саксофон. Это же будильник. Он такой простой, его как будто вот... Какой-то школьник, 11-классник. Да. Но типа в то же время так гармонично, прикольно, просто, да, реально. Просто надо останавливаться на 30 секундах, а не на 8 часах. Да нет, это мне было бы смешно. Смешно, когда ты его слушаешь 4 минуты, такой, да ебать, да когда? Он, знаешь, как будто уходит, такой, нет, я здесь, вот он, я саксофон. Это первый музыкальный куб. Гифка. Ну что, ты объяснил же Тёме, да, что мы здесь, он автоматически управляется? Да, мы за ней голосуем за него. А он просто сразу идет в плейлист. Это прикол. Ребята, всем приятного просмотра с тобой. Не забудьте поставить именно этот трек на повтор. А можно в конце титры еще какие-то вальнуть и прямо этот трек? Теперь можно! Если нас по правам не блокнут, то, конечно. Я думаю, что это же минус, наверное, какой-то. Я думаю, никто не признается, что это его трек. По правам Дональд Дак это производил. Нет, я думаю, никто не взял на себя ответственность за этот трек. Нет, Nokia 3310, это просто ты вот так вот на этой старой MIDI. Смешно еще, да, что у тебя сказал трек, который не хочется, невозможно переключить. Невозможно. Я вам сказал, я его ни разу не переключил. Это просто, знаешь, он как будто включается, и он тебя вот так в оцепенении... Ты просто чисто физически не можешь переключить. Мне просто, если честно, было интересно, когда кто-то из вас там скажет, в какой-то уже стоплю. Там в какой-то момент должно уже было, знаешь, то есть мы сейчас быстро там... Тури-дури-ду. Давайте все вместе. Тури-дури-ду. Мы выучили быстро припев. Тури-дури-ду. Да, спасибо, что подождали. 100 лет будет на моих... Да, в крайнем случае на веранду посадим, спасибо. Да не, он хороший, смешной, реально смешной. Послушайте его 10 минут. Да, найдите обязательно это. Я обещаю вам, вы не сможете не засмеяться. Ребята. Вы либо психанете, раз***ете то, на чем вы слушаете, либо посмеетесь. Супер, спасибо за эту находку, за этот алмазик. Вот это у нас подходит слово. Ребята, Артем Кит был у нас в гостях, мы на этом завершаем сегодняшний выпуск. Напишите, что вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. Слушай отсюда, пока! Пока.